Добрый день, мои дорогие зрители, подписчики и гости канала Селена Маги. Сегодня я хотела бы погадать вам на такую тему «Ваши подарки к Рождеству». От высших сил совет, а также первый вариант. Значит, ваши подарки к Рождеству для вас, как ведущей женщины. Кто первый раз у меня на канале, хочу объяснить, что первый вариант у меня предназначен для людей, ведущих, занимающих практиками магии, профессионально. Камешек обсидиан. Очень прекрасный камень. Если вы хотите какие-то изменения, носите его с собой. Он резко меняет жизнь. Но не забывайте его особенности, даже своему хозяину, но и другим также. Он может, извините, извините. Нет, собачка. Нельзя в луке так делать. Этот камешек имеет способность направлять бумерангом что-то людям, которые у кого-то злые помыслы или намерения. Он посылает это бумерангом. Даже своему хозяину. Вот поэтому... Людей, у которых в данный момент плохое настроение, или плохие помыслы, или, как сказать, мысли направлены на других людей или на кого-то, прошу лучше оставить мой канал для вашего же блага. Вот. А люди, которые чистым намерением и ничего на душе плохого нету, оставайтесь, вы пришли сюда не случайно. Так. Ваши подарки к Рождеству для вас, как ведущей женщины, для первого варианта. Потом будет совет от высших сил. И кто первый раз у меня на канале, как обычно, у меня будет вопрос, три вопроса на три желания, которые будут отвечать ваши ангелы через маятник. Посмотрим, кто у меня вы на данный момент. И ваше прошлое, настоящее. Еще кто тоже первый раз у меня на канале, еще хочу сказать, что я раскладываю большинство моим оракулом Вселенной Магии, который создала сама. Вот. И одна колода из моих личных картин, которые я представляла, нарисовала и представляла в других странах. И а другая картина, колода, созданная просто мной, из подходящих мне, по моему мнению, картин. Вот. Пока, чтобы я не забыла, хочу поздравить всех, у кого сегодня день рождения. Желаю вам всего прекрасного, всего наилучшего. Я также хочу поблагодарить всех моих подписчиков, зрителей, которые не забывают меня, которые ставят, пишут комментарии, ставят лайки, обмен энергией за мою работу, которую я делаю для вас с удовольствием. Вот. А кто первый раз на канале, чтобы мы не потерялись, подписывайтесь, если вам понравились мои расклады. А также, если хотя бы поставить один лайк, пальчик наверх за то, что я потратила время, а вам это возвратится втройне. Все ваши пожелания ко мне, а также все остальное. И начнем. Вас искать, мои дорогие ведущие женщины. Я знаю, что у меня на канале очень много таких женщин, которые как раз по первому варианту смотрят,
хотя они знают что-то ведущее. Для ведущих женщин, женщин, которые занимаются раскладами также, и ведущих женщин, также маги. Поэтому этот вариант у меня больше имеет как-то подписчиков. Ну, начнем. Мои прекрасные ведьмочки, маги и ведущие, и тарологи. Люди, знающие профессионально, что такое магия. Я хочу вас найти сейчас. Ваше настоящее. Где вы настоящее? И что у вас было в прошлом? А вот и вы. Вы действительно магеры. И в прямом смысле. Вот в прямом смысле, в прямом... В этом вы постоянно боретесь, но не через древнюю энергию. Вы обладаете более другой энергией. Вы от древней энергии как-то ушли. У вас совершенно другую. Вы взяли другую энергию. И вы находитесь сейчас как мечевая женщина. Мечевая. Ну, я бы сказала... Что-то отрезаете в своей жизни и отрезали. А, злодейку отрезали в своей жизни. Вот. И отрезали золотую клетку из своей жизни. Вы отрезали. И об этом встречаетесь с людьми, и об этом с удовольствием разговариваете на эту тему. И... Прекрасно. Так, если вы себя узнали, я сказала, что у вас на данный момент, что вы отрезали. Вот я говорю, вы злодейку одну отрезали, вы отрезали свою золотую клетку, она перевернулась. Вот. И вы ушли. Ушли от вот этих старинных энергий, эти древние энергии, перешли на другую ступень, более современную, более, я бы сказала, таких космическими энергиями больше начали работать. И вы в данный момент мечевая в прямом положении. Если вы себя узнали, то будем смотреть дальше ваши подарки к Рождеству как ведущей женщине. Оп! А что у меня тут я перевернула? Так. Ваши подарки. Кто первый раз у меня на канале, также хочу сказать, что я не только своими картами, оракулом, вселенной магии раскладываю, но также раскрываю ведьмаскими и Ленорманом, и Таро. Ну, начнем. Возьмем эту сторону, чтобы было нам место. Ваши подарки как ведущих женщин к Рождеству. Смотрите, какие прекрасные карты. В прямом положении, плохие в обратном. Перевернуто. Вот они. Окей. Выпало сразу, да? Это было сразу две выпали. Пусть так и лежат.
Обычно я раскладываю 13 карт. Ну, посмотрим. Три. Таро хочу положить. Окей, хорошо. Так, что выпало вам? Ваш подарок. Будущий с новым партнером, с которым вы встретились или встретитесь. Встретились вы случайно, и я бы сказала, не только вы как бы на улице друг друга заметили, но я бы сказала, тут больше еще как-то играет потом связь через интернет. Вот тут вот сзади такие вот нити, нити переплетения. Ваш подарок. Получается. Ваш подарок то, что вот ритуалы на смерть были на вас, они перевернулись. А знаете, почему они перевернулись? Потому что вот это хотел король Пентаклей, король, который перевернутый. И он не хотел, чтобы у вас солнце и счастье было. И он медитировал. Ну, медитировал не только, можно сказать, может, он даже молился и, может, просто вас проклинал. Это та же магия, которую вы сами знаете, которая влияет на... И желавая даже смерти, вот смотрите. Но она вот перевернулась, этот ритуал, у него все перевернулось. Хотя он это так желал. Вот. Это тоже подарок, то, что высшие силы вас оградили от этого и защитили. Вот. Вам не надо, не, подарок какой? Вы больше не тот просящий человек, который постоянно что-то просил или зависели от этого короля Пентаклей. И это не как расплата вам. Нет. Это, скорее всего, ваш как подарок. Потому что вы не захотели возвращаться вот к этому вашему королю. Он же король жезлов. Они вот две выпали. Возвращение прошлого. Но она перевернутая. Посмотрите, она для меня перевернулась. И вот так вот. У вас был сильный выбор. Вы стояли на перепутье. Как бы несогласие вроде как с человеческим законом. И вы боялись, что вы неправильно делаете, и боги отвернутся, не помогут вам. Но через критику, как бы познание себя и понимание, что это шанс не просто вам дали высшие силы, вы взяли меч в свои руки. Вот. Куба. Вот это поток. Ну и что? Что принесет то, что вы взяли меч в свои руки? Сколько у нас выпало? Я хочу еще все-таки посчитать. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Правильно, 13 положила. Так. А что вам принесло то, что вы взяли меч в свои руки? Давайте смотреть. Исполнение вашей мечты. Ой, даже не хочу больше смотреть. Исполнение ваших мечт.
Или мечты, или много даже. Вот тут даже много звезд. Зато, вам боги за то, что вы не испугались и взяли меч в свои руки, дали, дают вам исполнение своей мечты. Вы должны через это пройти, потому что людское мнение, людские правила не всегда то, что на самом деле, для чего мы на самом деле сюда пришли. И они не всегда соответствуют тому пути, которому вам предназначен. Вот. Ну и сказала. Значит, тогда и должно быть. Я рад за вас. Так, это подарок вам от высших сил. Все. Значит, совет от ведьмовских еще. Я сейчас посмотрю вам совет от ведьмовских сил. И потом будем еще три желания будете загадывать. Иногда в последнее время даже отвечает маятник не то, что да, нет, а даже вот своим этим, как сказать, временем даже показывает время. Вот. Что-то вообще забывается, кто это так на меня действует. Ну, вообще-то хорошо, я чувствую такую энергию рядом, веселую, взбалмошную. Знаю одну таролог, которую я сейчас смотрю, тоже вот чувствуется такая энергия. Ну ладно. Так, ведьмовская вам помощь, совет от ведьмовских. Прекрасные карты, как они мне нравятся, очень прекрасно выполнены и хорошо отвечают, понимаете, по данному вопросу даже совпадает с картами, если перед этим что-то выпадало. Вот попросим нас ведьмовскую карту нам ответить, вам совет какой-то дать. Так. Соедините себя с элементами огня, извините, забываю. Иногда немецкая речь перекликается с русской, как я давно уже в Германии живу. Чуть ли не 30 лет уже. Так, а это принесет вам очищение, новую энергию и возможность преодолеть что-то новое, в начале нового пути, что-то нового вот, в ваших новых решениях, что-то новое что-то вам даст и преодолеть это. Посмотрите, какая прекрасная карта. Вот, давайте это дает вам очищение, преодоление нового. Так что пройдите со свечами, зажгите свечи, особенно вот, которые пахнут свечи. Вот, по всем комнатам пройдитесь. Видишь, какой совет вам от ведьмовских карт. Вот, ну, пока оставлю тот пока. Пусть так красиво, очень прекрасно. Как раз с вами, мечевой дамой. Это прям огненное подходит. Так. И что еще? У меня еще одна ведьмовская карта. Карта есть новая, я очень редко ими пользовалась. Хочу тоже что-то вам вытащить, но вот это она почему-то просится. Ну, давай. Понимаете, то же самое вчера. Будь, как сказать, добра, не добра, а поблагодари. Поблагодари святые Вселенную, сделай, как бы помолись, пойми, что эта Вселенная такая богатая и
очень много нам дает. Вот поблагодарите ее за то, что эта Вселенная к вам добра и очень много в вашей жизни всем нам очень много дает. Может, еще что-то вы тебе? Обратитесь к этому искусству, музыке, побольше встречайтесь, ну как-то выходите в общество, но обратитесь к искусству, возьми радость жизни, как бы, и обратите внимание на партнера. Мне почему-то пришло то, что два лебедя, вот смотрите, вот эта карта, а внизу два лебедя. И как бы вместе с ним, ну, даже можно куда-то поехать, туда, сзади тут вот, даже видно корабль недалеко. Да. Или как бы освободите себя, снимите с себя путы. Просто делайте, как вам что-то нравится. Езжайте, куда вам нравится. Освободите свою от всяких, сказать, проблем. Забудьте. Хотя бы забудьте на это время. Отвлекитесь, сделайте свечи. Съезжайте, съездите куда-нибудь со своим партнером или с подругой, если у вас нет подруг. И отвлекитесь. Вот. Вторая карта выпала. Так. А теперь, как я обещала, вам три желания, загадывайте три желания и будете называть свое имя и просить ваших ангелов-хранителей, чтобы они ответили на ваш вопрос. Так, вот так, значит. Загадывайте ваше желание. Загадывайте ваши желания, говорите ваше имя, просите ваших ангелов-хранителей ответить на ваш вопрос. Да или нет, или... Давайте. Говорите ваше имя, говорите ваше желание, просите ангелов-хранителей. Просите ваших ангелов-хранителей, чтобы вам ответили на ваш вопрос. Я вижу, что это нет. Первое желание пока что нет. Ну, не все желания синт на благо. Только высшие силы знают, что для нас благо. Второе желание это и говорите ваше имя. Говорите ваше имя, просите ваших ангелов-хранителей ответить на ваш вопрос. Простите, пожалуйста, ваших ангелов-хранителей ответить на ваш вопрос. Вас просите. Просите ваших ангелов-хранителей ответить на ваш вопрос. А вы знаете, это пока что не решено. Это пишется в книге. Ну и третий вопрос, и третье желание. Третий вопрос и третье желание. Ваше имя, ваш вопрос. Просите ангелов-хранителей ответить на ваш вопрос. Простите, пожалуйста, ваших ангелов-хранителей ответить на ваш вопрос. Не забудь поблагодарить ваших ангелов-хранителей. Не только сегодня, а постоянно благодарите ваших ангелов-хранителей. Да, во. Вы знаете, почему он долго не отвечал почему-то? Потому пока я не сказала, что вы... должны благодарить ваших ангелов-хранителей. И только сейчас, посмотрите, только сейчас, как только я это произнесла, они да-да-да отвечают.
Что-то вы забыли своих ангелов-хранителей в последнее время, говорят они. Да. Ну а что с этим вопросом, значит, или желание, значит, сбудется? Ну да, говорят, если вы будете нас просить, то сбудется. Вот как. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за подписки. И не забудьте пальчик поставить за мою работу. И вам отблагодарится это втройне. Даже если вам это не подошло, все равно вам придет все прекрасное. То, что вы себе желаете. Потому что если вы обменитесь энергией с кем-то, вы знаете, то к вам также придет та же добрая энергия. Вот. И желаю вам всего прекрасного, всего хорошего. Всего-всего, чтобы у вас солнце всегда светило. А если солнышка нету, значит, для того, чтобы понять, как прекрасно, когда начнет солнце светить, чтобы мы это ценили. До свидания, до новых встреч. Пока, мои дорогие.